Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Кто не подписался на канал, подписываемся. А я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Значит, сегодня у меня новинка, новый проект. Называется «Порт услуги». Делим деньги сразу, поровну и на всех участников проекта. Гарантированно увеличиваем ваш капитал со 100 рублей до 1000 рублей. Пожизненный доход легально, быстро, просто и абсолютно бесплатно. Так вот он выглядит. Минимальный вход сюда 100 рублей. Если вы зарегистрируетесь, но не активируете свою учетную запись, через сутки ваш аккаунт будет удален. Так что прежде чем регистрироваться, нужно подумать, стоит ли вам, нужен ли вам проект. Значит, давайте посмотрим. Так, маркетинг. Меня заинтересовал этот проект, довольно-таки очень интересный. Он находится на предстарте, а официальный старт будет 5 августа. Смотрите, схема работы с площадкой проста. Каждый новый участник проходит простую процедуру регистрации и оплачивает участие в системе. Сумма оплаты 100 рублей. Так, и платежные системы Kiwi, Яндекс и Payeer. Если оплата не поступает на счет через сутки после регистрации, новый аккаунт автоматически удаляется. Это делается исключительно с целью привлечения активных и ответственных участников. Мертвые души никому не нужны. Ну, справедливо. Далее. После оплаты в личном кабинете участника будет доступен денежный счет, на который будут поступать средства за участие в проекте. Сумма взноса распределяется следующим образом. 50 рублей переходит на счет человеку, пригласившему нового участника. Остальные 50 рублей равномерно распределяются между всеми участниками системы. Приглашать сюда не обязательно, значит. Ну и дальше можно самим уже все прочесть. Как у вас накопится 1000 рублей на балансе, то нужно опять же за 100 рублей активировать новое место. Значит, регистрация довольно-таки тоже интересная. Нажимаем регистрация. Вводите сюда email, ставите галочку, нажимаете зарегистрироваться. Вам на почту приходит пароль. Далее вы переходите по ссылочке, будут платежные реквизиты Payeer, Яндекс и Kiwi. Нажимаете платежную систему, оплачиваете вход, после чего попадаете в кабинет. Далее я нажала выйти после того, как я оплатила. И потом опять нажала «Войти» и зашла уже по имейлу, и который мне прислали пароль. Так? Ну, чтобы как бы все нормально было. Далее давайте зайдем в кабинет. Я зарегистрировалась буквально несколько минут назад. И что интересно, я оплатила 100 рублей моих. Вот они. Мои 100 рублей. И посмотрите, у меня идет уже начисление. У меня уже на балансе, уже я могу выводить денежки. А я зарегистрировалась, ну, вот буквально, ну, минут 5-10, пока тут вот включала вот свое видео, вот это все тут настраивала. Ну, здесь последние 10 распределений. Вот мой email. И вот последний доход 4.16. Вот. И что? Смотрите. И вот здесь резерв баланса. У меня здесь было 1000 рублей. Когда вот у меня мне выплатят 1000 рублей, мне нужно будет опять занести сюда 100 рублей, чтобы опять вот так шло. И я уже могу... Минимальный вывод здесь 1 рубль. Далее, что здесь? Здесь вкладочка «Вывести».
Пэйр сумма вывести. Я это я потом сделаю. Сейчас я не буду пока. Здесь статистика, вот наш кабинет. Далее мониторинг. Так. Промо-материалы. Значит, вот здесь будет находиться ваша партнерская ссылочка. А здесь, где найти рефералов. Такая вот тут фишка есть. Здесь баннеры, если нужно. Значит, далее настройки. В настройках прописывайте платежную систему, какую вам надо. Вот здесь нажимаете. Ага, это не здесь. Так, вот Payeer где? Вот Kiwi, Payeer и Яндекс. Вот выбираете платежную систему, прописываете номер кошелька и вот сюда вот нажимаете на вкладочку. Вот такой вот интересный проект. Денежка капает. Смотрите, у меня уже 10.74. Мне очень интересно, что дальше будет. Я немножечко подожду, потом поставлю на вывод. Денежка придет, и я еще запишу видео. Приглашаю в проект. Очень такой интересный. Сейчас идет предстарт. Значит, официальный старт, как я сказала, будет только 5 августа. Так что можно пререгистрироваться. Кто умеет, приглашать. Кто не умеет, не приглашать. Как сказано, деньги будут равномерно распределяться. Есть группа ВКонтакте. Вот я вступила. Вот, ну что, на этом буду заканчивать. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч!